Отключить аналоговое телерадиовещание до июля поручил Нацсовету по вопросам телевидения Петр Порошенко. Затянувшийся на 2 года план перехода на цифровое ТВ неприемлем, заявил президент на заседании военного кабинета при СНБУ. Угроза информационных диверсий не может быть оправданием, подчеркнул Порошенко. Вся утрута, дія на, с территории оккупированной, с исхода нашей страны, для того, чтобы обеспечить донесение пропагандистских российских меседжей тем гражданам Украины, которые живут недалеко от линии зіткнення. Мова идет про то, чтобы донести сигнал украинских засобів массовой информации, которые сегодня могут вважатися щепленням проти російської пропаганди.